Друзья, всем привет! Если при выборе мембранной куртки вы хотите оптимального сочетания веса, прочности и износостойкости, присмотритесь к новой модели куртки Minima, модель 2. При всей своей минималистичности она надежно защищает от непогоды, при этом не страдает от отсутствия комфорта и эргономики. Здесь используется трехслойный ламинат. Это мембрана, которая изготовлена по современной технологии точечной ламинации, что, естественно, положительным образом влияет на ее дышащие свойства. Свободный крой куртки и артикулированные локти позволяют свободно двигаться без потери комфорта. Все молнии имеют влагозащитное исполнение, включая молнии карманов. На всех молниях ухватки. Нагрудные карманы достаточно глубокие. Центральная молния имеет ветрозащитную подпланку. В верхней части молнии трикотажная вставка. Все швы проклеены. Спинка удлинена и закрывает нижнюю часть туловища. Рукава регулируются патами на липучках велкро. Плечевой шов сдвинут вперед и не препятствует ношению рюкзака. В нижней части молнии есть кнопка, которая фиксирует ее. Капюшон просторный, позволяет носить его вместе с альпинистской каской. Капюшон имеет две классических регулировки по овалу лица и по глубине. Также на козырьке есть специальная вставка, которая придает форму капюшону. На поясе резиновый шнурок, который утягивает пояс. Регулировка спрятана внутрь куртки. Спасибо вам за просмотр и оставляйте свои комментарии на странице изделия на сайте компании «Сплав».